Господа, всем приходящим без зла желаю только добра. С вами Шаман, канал Шаман БЛР. И сегодня у нас КВ-2. Да не просто КВ-2, а КВ-2Р Рагнарёк. Давай. 620, могло бы быть и больше, но для начала неплохо. Все пока хорошо. Невзирая на незначительность. Ой! Это же прекрасно! One shot! Хорошо. 1554 урона, 2 фрага. Господа, не хочу спойлерить, поверьте мне, это только начало. А, о, Чгоц! Это Чгоц! Поотправляют очень многие танки противника в танковую Вальхаллу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестеро светились, не светилась только арта. Ему нужно вперед продвигаться. Там никого нет, его никто не засветит. В центре никого нет, ему нужно продвигаться вперед. Уже, чтобы... Ой, хорошо-то как! 565, хорош! Давай, хорошо выцеливает-ка. Ай, обидно-то как! 33 хп оставил, зато попал, пробил нормально. Увидел артиллерию? Будет стрелять, нет? Будет стрелять, через эту ширмочку неудобно. И в этот момент... Ой! Вот это хорошо! Хорошо, что... Басото добрали, а иначе наш герой оказался под перекрестным огнем. 5 фрагов. Так, что заряжено? Голда заряжена. Но, блин, сваншотить будет тяжело. О! Союзная артиллерия, наверное, все-таки нанесла какой-то урон. И таким образом 717. И вражеский Су-100Y отправляется благополучно в ангар. Каким-то чудом с огромным кругом сведения под оглушением попадает, добивает 7-й фраг. Хочется еще, конечно же, 8-й медаль Редлика Охота. И базу берет, и выцеливает. Неужели попадет в какой-то пиксель? Неужели он подставится? Что, навесом? Да ты шо? Какая жирная точка в этом бою поставлена данным игроком. 4700 урона, господа, это лай. Господа, вы посмотрели, так сказать, укороченный выпуск рубрики «Лучшие бои World of Tanks. Мир танков». Всем спасибо за внимание. С вами был Шаман, канал Шаман БЛР. Всем приходящим без зла желаю только добра. До новых встреч в эфире. Всем пока. Всем до свидания.